Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto G53 выполнить первоначальную настройку устройства. Выбираем язык. Нажимаем «Начать». Можем вставить сим-карту, либо пропустить. Подключаемся к Wi-Fi. Вводим пароль. Нажимаем «Принять» и «Продолжить». Можем скопировать приложение из Google или этого не делать. Вводим наш адрес электронной почты. Нажимаем «Далее», вводим пароль. Выбираем, кто будет пользоваться устройством. Нажимаем «Принимаю». Нажимаем «Ок». Принять. Выбираем поисковую систему. Далее. Надо придумать пин-код, либо графический ключ. Можно добавить отпечаток пальца, либо пропустить. Нажимаем «Закончить». Далее можем разрешить уведомление от Motorola, либо этого не делать. Также можем зарегистрироваться, либо снова этого не делать. И выбираем кнопки либо жесты и нажимаем «Далее». После чего телефон готов к использованию. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!